До спортзалу «Сумдеу» завітав представник найвищого дивізіону України Суперліги – баскетбольний клуб «Дніпро». Матч проходив з обмеженою кількістю глядачів, тому не всі бажаючі змогли стати свідками цього протистояння. Я думаю, что план выполнили, старались играть в первой половине более агрессивно, поэтому получился такой зрелищный баскетбол, я считаю, для всех фанатов, которые пришли сегодня. Я считаю, что это хорошая мотивация для ребят поиграть против команд Суперлиги, показать, что они могут. Это для них, я думаю, большой рост, чтобы двигаться дальше, чтобы было стремление попасть в команду Суперлиги, потому что есть хорошие ребята, которые стараются, видно. Плюс я считаю, что это хороший шанс для города показать, что есть баскетбол, что баскетбол живет, люди пришли, я видел, что люди поддерживали, радовались, когда забивали суммы. Безперечним фаворитом зустрічі вважалися дніпряни, які мали в своєму складі представників збірної України. Але господарям вдалося нав'язати боротьбу в першій чверті і виграти її з рахунком 26-23. Що случилось, нічого не случилось, це гра, ну, как бы подходили с максимальной ответственностью к этой игре, не было никакой-то недооценки, даже видео просмотрели, все обговорили, возможно, перенастроились даже, когда не хотелось какие-то очки пропустить. Ну и второй фактор, приехали сразу на игру, 6 часов в автобусе, наверное, первая четверть и часть второй была как больше как разминка, а потом уже начали бежать, вышли на свою скорость, свой процент попаданий. Очень хочется сказать спасибо вашим зрителям, они такие, знаете, искренне радовались. В первой четверти очка ваших ребят, и в то же время они поддерживали нас, то есть команду соперников они поддерживали, они наслаждались баскетболом, они, видимо, не часто команда Суперліги приїжджає, за це їм окреме спасибо, дуже приємна публіка. У другій чверті гостям вдалося витримати тиск сумчан і перехопити ініціативу. На велику перерву команди пішли з рахунком 34-48 вже на користь дніпровської команди. Третю чверть можна вважати невдалою для господарів. Їм не вистачало сил і БК Дніпро збільшив гандикап до 39 очок. Соперники, я думаю, нас недооцінили. Думаю, приїдуть, нас закидають. Но ми дали немножко отпор в самому початку. Но потом клас и опыт взял свое, мне кажется. У заключній чверті гра заспокоїлася. Інтрига зникла і обидві команди вже грали для вболівальників та отримували задоволення. Підсумковий результат поєдинку – 62-102 на користь БК «Дніпро». Сам формат кубка цікавий тим, що команди різного класу, різних дивізіонів зустрічаються. Поэтому это как минимум интересно зрителям было увидеть такую игру, когда приезжает команда совершенно другого уровня, сравнить, посмотреть, поучиться чему-нибудь. Пока мы вошли в игру, плюс какая-то недооценка. Но тем не менее, все равно суммы выглядели очень здорово. То есть они попали хорошие броски, они агрессивно начали. И спасибо им за это, то, что они нас взбодрили и дали просто так легкой игры нам. Как мы ожидали, не получилось, то есть пришлось пободаться. Мы с ребятами, когда настраивались на игру, хотели показать просто свой баскетбол, которым, чтобы пришли люди и не сказали о том, что вот, команда там без боя сдалась и так далее. Мы все реально понимали о том, что команда намного сильнее, чем мы, но мы всем видом хотели сегодня победить хотя бы одну четверть. Вот первую четверть нам удалось. Таким чином баскетбольний клуб «Сумдеу» припинив боротьбу у Кубку України і готується до наступних матчів регулярного чемпіонату у вищій лізі. Олег Філімонов, Володимир Сурков, ITV.